Итак, в первую очередь хочу поздравить тебя с чемпионством. Заслуженное чемпионство, как ты считаешь? Конечно, заслуженно. Мы очень много очков потеряли летом, и даже учитывая это, мы как бы занимаем первое место там, с отрывом 5 очков. Считаю, очень заслуженно. Скажи, пожалуйста, вот когда ты играл в дредах, были такие успехи или нет? Или ты поменял прическу и сразу же успех пришел? Ну, я поменял... Кстати, сережки тоже, да, изменены? Да. Я поменял прическу еще в первом сезоне, потому что было очень неудобно бегать. Ну, как бы успехи, конечно, улучшились, но за все эти годы, которые мы играем в лиге, я думаю, они могли быть чуть повыше. Ничего. Скажи, пожалуйста, 116 мячей вы забили, это как? Я просто не могу понять, у вас какой-то Месси украинский играет? Ну, у нас играют очень хорошие игроки. Если посмотреть на то, кто забивает мячи, забивают почти все. Я думаю, у нас у каждого там голов по 10 точно есть. У нас еще Марченко есть, там. Он очень много забивает. Когда он играет, нам очень это помогает, мы набираем очень много очков. Скажи, пожалуйста, но в тот же момент у вас очень много и пропущенных, все-таки 43 мяча. С чем это связано? Ну, это смотря с чем сравнивать. Проблема. Если мы забиваем больше, чем ЮНИСЕФ в 3 раза и пропускаем в 2 раза больше, чем они, я думаю, это нормально. Я прошу прощения, команда называется «Атлетика», как бы, наверное, связана с Испанией, но стиль бразильский, вы забьете сколько сможете, а мы сколько захотим. То есть испанцы или бразильцы, какой стиль вы исповедуете? Нет, у нас мы никакой стиль не исповедуем, просто мы вначале нормально защищались, там просто были потом игры, когда у нас не собирался состав, мы пропускали по 6, по 8 голов, поэтому я думаю, это как раз и сказалось, так бы, я думаю, мы могли спокойно до 30 мячей пропустить. Скажи, пожалуйста, команду какую бы ты отметил, которая тебе больше всего запомнилась? Сложнее всего было играть, наверное, с Олимпиком в первом матче. Ну, понятно, Монте-Карло, у них там как соберется состав, они всегда очень сильно играют. Ну, вот Олимпик и ЮНИСЕФ, я думаю, все-таки больше всего проблем было с ними. 3 декабря на награждении, в полном составе, мы ждем вас. Да. И что бы ты пожелал другим ребятам? Ну, я хотел бы пожелать, чтобы на футболе никогда не было травм, чтобы... Всегда было хорошее настроение, даже если команда проигрывает. Ну, по крайней мере, у нас в команде. Ну, мы там кричим на поле, но вне поля мы всегда стараемся друг друга поддерживать и общаться больше вне поля, потому что у нас команда все-таки больше друзей, чем просто футболистов. Понятно. Спасибо большое. Удачи вам в следующем сезоне. Скажи, пожалуйста, осталось буквально вот уже завершение чемпионата. Какие шансы у вас оказаться в тройке? Как ты расцениваешь их? Ну, как минимум 70-30. А вообще, скажи, вот тебе понравился сезон, то есть участие вашей команды, именно, ну, ваша игра? Да, сезон неплохой, соревнования отличные, организация тоже более чем на должном уровне. Ну, относительно команды у нас были разные перипетии внутрикомандные, так сказать. Ну, на второй круг мы настроились, немножко видоизменили состав, и вот надеемся оказаться все-таки в тройке. А с чем связаны изменения организатора команды? Почему ты взял на себя этот действительно самый тяжелый труд? Ну, я не сказал бы, что самый тяжелый, но просто в силу различных обстоятельств и нюансов, так сказать, внутрикомандных пришлось, вот, ну, были варианты сняться или либо там самораспуститься, но мы посчитали, что стоит... так сказать, защитить тот результат, который был добыт всеми игроками, а не отдельно взятыми людьми. Скажи, пожалуйста, за счет чего вы забили в 2 раза голов больше, чем пропустили? Ну, как вам получилось? У вас лучше нападение? Ну, я думаю, защита? Да, в первую очередь за счет атаки нашей. Ну, а пропустили меньше, в 2 раза меньше, чем забили, ну, за счет таки защиты, за счет хороших. И вообще, я считаю, что результат команды – это за счет слаженных командных действий, независимо, кто где играет и на какой позиции. И какая команда тебе больше всего понравилась? Много было хороших команд. Если честно, понравились команды как из верхней части турнирной таблицы, так и из нижней. А если вот, скажем так, быть, скажем, таким объективным, очень понравилась команда Винтергарден. Как я говорю, команда с неба звезд не хватает, но есть такой у них стимул отбирать очки или даже выигрывать у лидеров. Ну, довольно-таки неплохой стимул. Спасибо большое. Дим, скажи, пожалуйста, почему Олимпику не удалось занять первое место? Почему вы пропустили вперед Атлетика? Ну, игра с Атлетико была хорошая, ну, когда за чемпионство играли. Могли выигрывать, но Атлетико в первом тайме на голову сильнее было нас, а во втором тайме на голову сильнее были мы. Может, конечно, они расслабились после 3-0, после первого тайма, но мы рассчитывали на выигрыш, перенервничали перед игрой. А у вас сильно изменился состав в последнем с первым туром? Да, у нас много игроков начали не приезжать на игры.
Ну, в первом кругу мы приходили и всех выигрывали. А скажи, так, пожалуйста, как ты считаешь, у кого больше шансов занять эти места больше, у штурма или у тайма? Я думаю, все-таки у тайма. Сейчас штурм слабее, хоть я со штурмом и дружу, но сейчас штурм что-то там, у них что-то не саживается с игрой. Вы по пропущенным голам на втором месте. Скажи, пожалуйста, за счет чего вам удалось это сделать? То есть у вас какой-то супер вратарь? Не, у нас защитники хорошие. Ну и вратарь, конечно, неплохой. А пару слов вратарей, кто это? Леша Плетий. И за счет чего удается это вытягивать? Ну, защита. Я думаю, больше защитники у нас хорошие. Понятно. Спасибо большое. Так, и скажи, пожалуйста, почему у вас произошел спад во второй части чемпионата? Ну, я бы не сказал, что это произошел спад, просто начали люди не приезжать на игры, и как бы тоже некоторые команды поснимали с чемпионата, а на наши игры начали приезжать новые люди, и так мы получили новый результат. Скажи, пожалуйста, а вот с кем из команд вам больше всего было интереснее играть? Интересно играть? Интересные соперники, я называю это Виндергарден, команда отличная, Атлетико могу выделить, вот новая Воскресенка, Юнион, вот это довольно хорошая команда. Хорошо, скажи, пожалуйста, у вас самое большое количество ничей. Чем это связано? Вы любите очень мировые? Ну, насколько я помню, в первом круге у нас была только одна ничья, а во втором круге просто команды уже узнали, как мы играем в атаке, и они в основном, ну, слабые команды, начали просто играть на удержание и ничейный счет держать. По пятибалльной системе как бы ты оценил игру своей команды? 4. 4 балла. Ну, это хорошо. Довольно-таки, удачи, да, вам. Спасибо. Скажите, пожалуйста, довольны ли вы выступлением своей команды в этом сезоне? Ну, не очень. С чем это связано? Связано с тем, что не было постоянно стабильного состава, то есть самого сильного, который мог бы быть. То есть плюс у нас ушел вратарь с линии первого круга. То есть мы много матчей сыграли без него, то есть игр 6 или 7, я точно не помню. То есть и большинство из них проиграли, эти игры, в принципе, там, где можно было бы обыгрывать. И тех соперников, которых мы обыграли в втором круге, то есть Лазарем мы в первом круге проиграли. А за счет чего вам удалось так забить много мячей? Вы забили больше, чем пропустили? Да, ну, у нас есть хорошие атакующие игроки, то есть, которые хорошо играют. Команда, какая вам запомнилась больше всего из соперников? Которая понравилась по игре? Атлетику, мне лично Атлетику. Хорошо, спасибо большое. Ян, скажи, пожалуйста, удастся ли вам удержать третье место? Ну, тяжело сказать, еще зависит от решения исполкома насчет матча с Юнисефом. Но я думаю, что при последней игре будет интересная игра, по крайней мере, с новой командой, которая неплохо вошла в чемпионат. Надеюсь, что удастся. Скажи, пожалуйста, за счет чего вам удалось забить 104 мяча? Вы стали второй по количеству забитых голов командой в лиге. Не знаю, наверное, за счет хороших нападающих, за счет чего, почему не знаю. А какая команда тебе больше всего понравилась? Из всех, да. С кем тебе больше всего было интересно играть? Юнисеф. А именно почему они? Хорошая команда. Хорошо, спасибо большое. Скажи, пожалуйста, насколько Юнион успешно выступил в этой лиге? Ну, Юнион, может быть, не полностью раскрылся, игроки только команда новая, игроки новые, не сыгранные. В принципе, сезон, можно так как сказать, можно частично сказать, провальный. Бывали игры достаточно хорошие, а бывали плохие, провальные. Команда просто не сыгранная. Покажет команда свою просто в следующем сезоне хорошую игру. За счет чего вы пропустили так много голов? Почему? Ну, то есть, что не сказать? Было хорошего вратаря. А сколько вратарей у вас за сезон было? Вратаря 3. И ни один не смог закрепиться? Ну, да, пока мест нет. А сколько то есть это одна из основных задач, да, искать. А с какая команда вам больше всего понравилась? С кем было больше всего интереснее играть? Ну, наверное, с Олимпиком. Они больше сыгранные ребята, они больше играют. Пас хорошо, техника у них хорошая, скоростные все, довольно сильная команда. Хорошо, спасибо большое.